Европейская внешнеполитическая служба пока не может оценить выполнение Киевом минских договоренностей и призывает к полному исполнению соглашений, заявила Катрин Рэй, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Я не могу сейчас дать ответ по оценке. Я могу сказать, что мы продолжаем поддерживать полное выполнение минских соглашений. На прошлой неделе, когда произошла вспышка насилия и напряженности, мы осудили это и призвали к полному выполнению минских договоренностей, сказала Рэй, отвечая на просьбу оценить реализацию Киевом минских соглашений. При этом она поздравила украинский народ с национальным праздником и напомнила, что ЕС поддерживает территориальную целостность и проведение властями реформ, которые являются лучшей возможностью усилить украинское государство в контексте нынешних вызовов. Рэй также напомнила, что эти вопросы будут обсуждаться на встрече председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и президента Украины Петра Порошенко, которая состоится в четверг.